Палата представителей штата Флорида вслед за Сенатом проголосовала за упразднение специального налогового района The Walt Disney Company, который позволял компании самостоятельно управлять землей и экономить за счет этого десятки миллионов долларов в год. Конфликт между Диснеем и республиканским губернатором штата Роном Десантисом возник из-за недавно принятого закона о родительских правах, запрещающего учителям обсуждать с учениками младших классов гендерную идентичность и сексуальную ориентацию. Дисней вместе с демократами выступил против этого закона, заявив, что он представляет собой политически мотивированную атаку на сообщество ЛГБТК. Рон Десантис – один из самых популярных республиканских политиков и вероятный кандидат на следующих президентских выборах. Significant protections for life that have been enacted.